Добрый день, уважаемые жители города Кустанай. Сегодня 18 апреля 2019 года. Я нахожусь на пересечении улиц Тобольская и Фролова. Вот в настоящее время здесь несанкционированная свалка коммунальных отходов. Вот, пожалуйста. Данное видео я хочу направить в адрес акима города Кустанай. Так как в соответствии экологическому кодексу все-таки организация инфраструктуры, управления и различные мероприятия экологические все-таки должны местные исполнительные органы делать. Но в настоящее время это всего не делается. Пожалуйста, мы можем спросить у жителя, вы хотите что-нибудь сказать вот насчет этого? Ну, а что я могу сказать? Мусор. Мусор? Завалили мусором. Завалили мусором, вот, пожалуйста. Вот, уважаемый аким города, будьте добры, примите меры. Мы завтра, послезавтра выложим на блог, на ваш блог, на Facebook, на официальные социальные сети данную информацию. Будьте добры, примите меры по ликвидации данной несанкционированной свалки. Спасибо.